Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД России по Московской области задержан ранее судимый мужчина. Злоумышленник организовал нарколабораторию в хозяйственной постройке, расположенной на территории арендованного им участка. В ходе осмотра помещения оперативники обнаружили 5 емкостей с порошкообразным веществом, канистр с химическими реагентами, упаковочные материалы и весы. По результатам экспертизы изъятое вещество является наркотическим средством – мефедроном, общей массой около 5 килограммов. Возбуждено уголовное дело, предварительное расследование продолжается.